Никогда не ездили на Феррари? Ошибка. Никогда не ездили на Феррари Портофино? Фатальная ошибка. Мотор V-образная восьмерка, объемом 3,9 литра, мощностью 600 лошадиных сил. Один из самых быстрых в мире кабриолетов, разгон до 100 км в час за 3,5 секунды. Низкопрофильные легкосплавные колесные диски 20-го диаметра, 6-поршневые суппорта с карбон-керамическими тормозными дисками. Для улучшения развесовки на задней оси установлено по 2 суппорта. У этого автомобиля уникально низкий клиренс – 100 мм. Диффузор заднего бампера не фейк, а необходимость, так как машина разгоняется до 320 км в час. Жесткая складная крыша легко помещается в багажнике. Если вы не используете второй ряд, ремень можно пристегнуть к переднему креслу. Никакого дерева, только натуральная кожа, замша и красная строчка. Глубокий колодец тахометра, руль отделанный замшей с отключением ESP. Заинтересовал данный автомобиль? Мои контакты в шапке профиля. Хейтеры, люблю вас.